Полагаю, нашу гостью тебя представлять не надо. Привет тебе, Зираэль. Значит, правда, что ласточка теперь водится с лисом? Не пытайся нас стравить. Ты не помнишь, как Авалак тебя шантажировал? Как пробовал подложить тебя на ложе нашего короля? Он распоряжался твоим телом, как свиной тушей. Помню. Но еще лучше помню, что досоветовал Эридину сделать со мной, когда он меня поймает. И помню, что красные всадники сделали в Каэр Морхене. Я пришел сюда не за тем, чтобы ссориться. Где обещанные доказательства? Ты увидишь их во сне. Ах да, анейромантка. Ее видение нельзя подстроить. Ты хочешь мне показать, как Эридин убил нашего короля? И что дальше? Я должен настроить Айнеэли против Эридина? Поднять восстание и объявить Авалакха новым королем? Делай, что нравится. Если ты поймешь, что и дальше хочешь служить убийце короля, путь открыт. Я бы не удивился такому выбору. Хорошо. Пусть Вещунья покажет мне последние минуты короля. Она покажет их нам всем, чтобы не было никаких неясностей. Почему бы нет? Ваш единственный шанс — дать ему бой на ваших условиях. В этом мире, в условленном месте. Отправляйтесь на Скеллиге, найдите там солнечный камень. С его помощью вызовите Нагльфар и Эридина. И если Эридин запросит подкрепление, Айнеэли ему не ответит. Ты принял верное решение. Скоро откроется новый портал на Тирналия. Я стабилизирую его, и ты сможешь вернуться. Идем. Вполне возможно, он блефовал. Он мог сказать это просто для того, чтобы мы его отпустили. Зараза. Надо было его прижать. Успокойся. Авалак знает его лучше. Он вернется и все объяснит. Помяни дьявола. Геральт беспокоится, что мы слишком легко отпустили Гейльса. Осторожность лишней не бывает. Согласен. Но я верю, что Гейльс сдержит слово и не станет поддерживать Эридина. Похоже, ты что-то задумал. Может, расскажешь? Когда мы найдем солнечный камень, с помощью магии ваших чародеек мы вытянем корабль Эридина в залив Ундвика. Мы устроим ему засаду. И когда король охоты появится, мы убьем его. Так просто? Победить Эридина будет нелегко. Но мы сможем. Соберите всех и увидимся в порту. Отправляемся на Скеллиге.